А что, пишем? Ну тогда погнали. Всем привет! С вами снова видеоуроки от компании Papillons, и мы опять говорим об интерьерных материалах. На этот раз о холстах. Холст представляет собой текстильное полотно, имеющее специальное покрытие, оптимизированное для широкоформатной цифровой печати. Лицевая поверхность материала имеет текстуру натурального холста. Холсты на натуральной основе используются для печати картин или фотографий, или чего только душа пожелает. С изнаночной стороны они обычно бежевого цвета, для максимальной имитации обычного холста. Встречаются натуральные холсты на подложке белого цвета, обычно европейских производителей. Натуральные холсты имеют более богатый и благородный вид, что в итоге отражается на его цене. У синтетических холстов свои преимущества. Они не так боятся влаги и почти не деформируются при изменении влажности. Кроме того, они обладают высокой прочностью и сравнительно дешевле натуральных холстов. Они гораздо белее своих натуральных собратьев. Данное полотно успешно используется для печати произведений изобразительного искусства, фоторепродукции для оформления стен квартиры, дома, офиса, кафе, ресторана, бара, развлекательного центра и многих других объектов. Наши холсты позволяют добиться качественного натяжения и легкости монтажа на раму без деформации покрытия в местах углового закрепления.